Ребята, всем привет, меня зовут Юля Пушман, и я продолжаю пытаться пройти эту конченую игру, я уже ее ненавижу. Что я решила? Я сегодня точно ее закончу, ну, я надеюсь, потому что я уже не хочу в нее больше играть, я устала уже пугаться, переживать. Я, знаете, что решила? Во-первых, сейчас мы вот так сделаем, посмотрим. Ой, светло как. Ладно, чуть так. Ну, да. Слепит, кошмар. Ну, давайте попробуем. Надеюсь, со звуком все будет в порядке. Что за дело? По-другому нельзя. Так, ладно, погнали. Если я долго не смогу проходить, то я ее пройду за кадром. Или просто не буду болтать, сосредоточусь. Так, сразу чуть потише. Мне в комментариях написали, что есть какие-то кнопки, можно нажать М. И у меня... О, светло, слушайте. Наверное, это нехорошо. Блин, я так устала бояться. Что делать-то? Я забыла. М. М. Нет. Р. Нет. М. Какая еще? М. М. Нет. Ой, господи. Так, опять уведомление. Убрать телефон подальше. В тот раз, когда я играла, я очень сильно хотела подойти к этому колодцу. Если мост здесь, колодец был где-то в другом месте. Блин, так интересно, как вообще это все выглядит, то, что я поярче сделала. Это, наверное, не очень хорошо, но мне хочется, чтобы потом было смотреть прикольно. Да и мне надоело, если честно, пугаться, я хочу все видеть. Я уже устала. Но поможет ли мне это? Просто когда я смотрю потом летсплей после... Я могу зажечь от свечи. Да. Господи, как долго. У меня, кстати, в наушниках сейчас не очень громко, потому что я уже настолько устала от того, что я пугаюсь, что мне кажется, у меня уже изжога началась. Помимо того, что у меня третий день болит башка. Это моя любимая хуруёбочка. Видите? Раз там такое было, виселица, значит, сейчас мы туда зайдем и опять закроется дверь. В общем, я буду идти по тропинке для того, чтобы найти тот колодец, который я очень сильно хочу увидеть. А еще как же светло. Интересно, буду я из-за того, что светло, пугаться? Сейчас вообще никаких звуков, никаких пуганий я не испытываю. Ладно, я не так сильно боюсь. Это не так страшно, как какой-нибудь мальчик, который выскакивает. Ну, посмотреть охота. Короче, блин, все-таки нельзя смотреть. По поводу звука, я не знаю, надеюсь, что нормально, потому что я уже рассказывала, есть такая некая проблема. Палочку пожую. Проблема заключается в том, что все-таки чуть-чуть потише, у него слишком светло. Как будто ничего не изменилось. Блин, ну как пройти? Мне нужно что-то есть, потому что у меня какая-то изжога. Не знаю, я выпила уголь активированный. И жопа у меня. И жопа! Чистый юмор. Тупой. Мне вот показалось то, что с каждым новым часом добавляются какие-то предметы, потому что в прошлой серии, помните, был диван, которого не было до этого. И мне кажется, что реально добавляются новые предметы. Кто-то мне писал в комментариях, что из-за... Ёпта. Почему же это так страшно? А если сделать потише, не будет страшно? Честно, клянусь, уже хочу закончить играть в эту игру.
И мне действительно уже надоело пугаться, каждый день испытывать страх, но мне хочется из принципа закончить крот. Вот, и еще когда я посмотрела летсплей, я поняла, что абсолютно не видно крота. Что я там как-то испугалась того, что там крот этот. И его абсолютно не было видно. А мы смотрели, блин, на плазме 70 с чем-то там дюймов у нас. Что-то все какое-то мутное стало. Пугают меня засранцы. И свеча у меня сейчас стухнет. Ну, блин, приехали. Ой, божечки, матрешечки. Все хотят, чтобы я проходила... Outlast, вы что? Скажите, вообще надо игры до конца проходить? Ну, летсплейщики, они обычно как делают? Я просто так не хочу. Мне так страшно. Блин, ну плохо реально с таким светом, да? Или нет? Вот я не могу сейчас на этом посмотреть. На телеке. Я все тише и тише делаю. Особо ничего не меняется. У меня, кстати, в ушах очень тихо, потому что я реально, я... Мне кажется, у меня просто уже развиваются какие-то болезни скрытые. Тьфу. Что я говорю, у меня изжога, голова болит. Что-то я совсем тихо, походу, сделала. Короче, то тихо, то громко, люди жалуются. Я ничего не понимаю, как решить проблему. Посмотрите, я прям на расслабоне не могу. Блин, даже 10 минут поиграть, а мне надо 20, чтобы пройти 1 час. Если дела так пойдут, я попрошу мужа, потому что у меня уже не хватает выдержки. Я тут все говорила в этих своих выпусках, что он как бы типа боится в такое играть. Я вообще-то тоже боюсь. Но, а кто не боится? Все боятся. Я это даже когда смотрела потом на телевизоре, с выключенным светом. Это очень страшно. Ой, я еще даже ни разу не матернулась. Вы думаете, я это специально, что ли, делаю, матерюсь? Нет. Если бы мне было не так страшно. Тут очень... Там открылась дверь. Слышали скрип? Крот. Взять, не взять, догонит, не догонит. Это, походу, тот огромный чел. А мне уже не страшно, мне пофиг, я хочу от того жирного убежать. Бежит он за мной? Ну, наверное, если бы он за мной бежал, был бы звук. Господи боже! Ой, я просто сосредоточена так, что мне страшно. Я даже ничего... комментировать не хочу. Могу ли я здесь спрятаться? Я не хочу класть свечу. Да, когда я подхожу к этому колодцу, вечно происходит какая-то дрянь. У меня сейчас свеча упадет, кирдык. Так интересно, все-таки лучше видно, когда вот свет такой. Там я видела свеча, но я не буду ее сейчас брать, потому что иначе меня за жопу возьмут. Схватят.
Блин, ни черта не вижу. Мне даже кажется, что когда свет ниже, даже лучше. Что я просто повысила свет, чтобы видеть уродцев издалека, и чтобы потом было интересней за ними наблюдать. Ну вот и где я? Что за холм? Весь лес обродила. Короче, главное не молчать. Потому что когда я молчу, и происходит очень что-то тихое, и тогда мне становится очень стрёмно. Блин, я очень не хочу больше играть в эту игру, потому что действительно она меня пугает, и мне просто хочется сконцентрироваться, выговорить это слово и закончить. Закончить! Я была в таком боевом настроении, а потом, когда вспомнила, что мне опять гулять по этому лесу. А есть тут настройки, типа, супер легкие сделаны? Вы еще хотите? Тут нет больше ничего. Только вперед, назад, бежать. Блин, жалко. Да что ж за подстрочник? Может, субтитры? Тогда Слава прошел просто за один раз взял и прошел целый уровень, час игровой. Я в диком напряжении, все мои нервишки просто в шоке. Причем вроде ничего такого не произошло. И стоять тоже нельзя, да? Вот что страшно, что и стоять-то тоже нельзя. Потому что если стоишь, то тоже что-то происходит. Кто там говорил что? Что-то мне в ухо кто-то нашептал. Блять. Надо потише сделать. О, колыбель. Так, а что это значит, когда ветер такой дует? Круто. В общем, люди мне пишут, типа, играй в Outlast. Outlast. Как вы себе это представляете? Я боюсь, кошмар. Правда, я очень хочу поиграть в какую-нибудь легкую игру. Типа, симулятор чего-то там. Ну что же там так? Ой, неужели ничего? Вот что с этим колодцем? А мы же там что-то нашли у колодца тогда? Или нет? То есть запамятовала. Он для чего-то вообще там? Просто я не помню, чтобы он был. Или я просто плохо исследовала карту. Так, сейчас будет что-то громкое. Самое тупое, что я даже ничего не могу здесь найти. Знаете, вот азарта нет. Нет азарта. Я надеюсь, вы это видели, потому что, блин, там был крот. Он для меня крот. Все еще ползет? Нет. Короче, мне нельзя стоять. Мне нельзя шуметь. Мне нельзя никого будить. А что же мне можно? Ёптеть, вы видели? Там был этот жирный в ту сторону, не суемся.
Я бегу в ту сторону, потому что вариант... Еще и крот. Я понимаю, но куда мне можно спрятаться-то? Я просто на измене сижу, ребят. У меня уже реально психика просто. Я уже не сплю ночами. Мальчишка! Девчонка, девчонка. Я еще так впритык смотрю. Я даже немножко глаза, кстати, побаливают последние дни. Спит. Как же долго здесь идет игровой час. Надо осмотреться. Нет, не надо. Ладно. Я хотела посмотреть, нет ли никого рядом, подобрать ту свечечку. Могилы. Тут, кстати, есть локации, на которых вечно происходит какая-то дичь страшная. Вот это одно из мест. Обычно тут резко кто-то должен выскочить, чтобы я обосралась. О, боже. У меня же сопли потекли. У меня в каждом выпуске что-то происходит. Сопли текут, подмышки чешутся. Изжога. Голова болит. Да я пытаюсь уйти. Всё. Стрёмная музыка Кончита. К этой штуке я тоже не хочу подходить, потому что там как бы типа тупик, если розовая девочка появится со своим пылью, то мне некуда будет бежать. Не, на самом деле, вы знаете, что тупо? Разъезжаться можно. Меня бы хоть телепортировали куда подальше. Мне даже сердце болит. Я боюсь бежать, чтобы не разбудить. Господи, он тут вообще где-то рядом. Там их два. Их два. Вы понимаете, что я играю уже почти 20 минут. Почти 20 минут. И я не могу это пройти. Попрошу мужа. Всем привет, люди. Я попросила своего мужа, чтобы он прошел, потому что я не могу, мне очень страшно. Я просто не знаю, тут этот чувак будет за мной бегать, да? Я не знаю, меня сейчас вообще другие убивали. Другие это какие? Ну, другие детки. Детки, ха-ха, детки, ладно. Короче, я повысила яркость, угу. Чтобы было ярче. Ладно. Но мне очень страшно играть, я уже не могу, у меня уже изжога началась, я говорю. Блин, я только расслабился после своей игры. Угу. Такая вот у нас семья геймеров. Я играл в нее, я прошел один уровень. А вот этот вот Вик когда бегает-то за тобой? Да хрен его знает. То есть, ты не знаешь, да? Да. Я даже уже, знаешь, не пугаюсь, потому что я уже просто сижу на измене. У меня уже все, у меня уже изжога, головные боли, глаза болят. Уже не знаю даже, что хуже. Реальные проблемы в жизни или эти монстры? Здесь вечно какая-то херня. Поэтому я даже боюсь брать здесь что-то. Но ты отважный. Это 20 минут, да, мне... Сука! Заебал! Кончон. Да. Игровой час длится 20 минут. Реального времени. У меня просто не получается пройти, я уже устала. Меня это жутко пугает и напрягает.
Ты же должна быть здесь это. Я знаю, бывало. Ну я просто уже, правда, каждый день, понимаешь, я просыпаюсь и иду ходить по этому лесу. Ну, как бы в реальной жизни у меня уже действительно, мне уже страшно. Ты можешь, кстати, свечку зажигать от свечи. Блин, да. Тут кто-то спит, блядь. Это самое страшное. Я не понимаю, как его не будить. По-моему, его и свет будет. Ну, самое... Блядь, он бежит со мной. Это пизда. А что, от него никак не убежать? Пусть знает. Мне кажется, нет. Все, это пизда сейчас. Да, это пизда. Че их так много-то, а? Как ты выжил, блядь? Он как? Бежит еще за мной. Да, он будет бежать долго, ты от него не убежишь, наверное. Попытайся. Вот. Вот это страшно. Я тебя люблю, пройди, пожалуйста, мне так страшно. А эти люди хотят, чтобы я еще в Outlast играла, понимаешь? Может быть, есть какая-то тактика против этого Вика, ты не смотрела? А я сейчас посмотрю. А ты пытайся. Значит, его будет просто все, и когда слышишь храп, надо вообще от него отходить. Как? Ну, нет, это, конечно, прикол, прикол. Игру? Да нифига не прикол, обосраться можно. Ну, обосранный прикол, можно да? так. Как я это называю? Жопа. Не изжога, а изжопа. Просто гуляем по тропинке. Ну, типа, вышли это... Свежим воздухом подышать. Собаки гавкают. Давайте просто... А можно просто стоять со свечкой? Вот в том-то и прикол, что из-за каких-то монстров нельзя стоять. Потому что там были записки, типа, не стой на месте. Типа, ко всем монстрам тут также своя какая-то тактика, которой нужно придерживаться. Так. Тактика. Ага, привет, я тебя тоже вижу. Когда я пишу, как пройти игру Wick, мне постоянно предлагают Джон Уик. Джон Уик, ну это популярно. Это тоже есть игра такая? Не знаю, но это есть с Киану Ривзом фильм. Джон Уик. О, видишь, что-то красное там? Да, ну это может из-за того, что ты подняла яркость. Не, у меня так было, когда яркость не поднята была. Кэмп. Ну, просто гуляем. Нет, теперь не просто гуляем. Да не, ну я ж только что... Я ж только что дошел почти до... Вот там свеча. Но я всегда осматриваюсь, прежде чем взять свечу. Потому что когда я начинаю брать свечу, то бишь делать какое-то действие, обязательно какая-нибудь тварь меня жучит. Испугалась твоего крика. Не, моя игра намного страшнее. У тебя просто разово к скримеру, а у меня, блядь, скример... О, Зоя, не зажигай. Мне кто-то написал в комменты, что если гаснет свеча, значит, рядом какой-то чел, у которого будет свет. И типа лучше ее не зажигать. Но... Значит, я лучше отойду. Но без свечи тут еще страшнее. Не ходи никогда на мост. Там кто-то бежит, копает, крот. И тут этот, блядь, толстяк спит. О, крот справа. Как сюда тебе... Я в тебя верю. А!
Блять. Это тупые скримаки, просто тупые, конченые, ну, типа, самые уёбищные, которые можно придумать. Блять, ну класс. Класс, 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 класс. Нет, 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 нет. Мне нужна свеча. О, звонок. Это значит, половину прожили, да? О, блядь! Твил там чудила выскочила какая. К могилам нахуй не беги! Блин, мне еще хорошо, я не слышу звуки в наушниках, которые у тебя, потому что это вообще ужас. Угу. О, дверка открылась. О, не надо. Жаль, что нельзя куда-то спрятаться. Знаешь, я думала о том, вот было бы клево, если залезть... Нет, 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 пожалуйста. Сложная игра. Реально слезная. 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 Я так и не могу найти никакой тактики. Управление. А что значит смотреть нормально? Я посрал нормально. Что это значит? Инверсия. Не-не, это смотреть, это мышка. Чувствительность, сочетание, аудиографика. Ну, нам это все равно не поможет. Да, я говорю, были бы такие настройки, типа, выбрать уровень, типа, супер легкий. Но я не могу пройти этот уровень. Почему они меня постоянно убивают? It's just a made-up website. Хоть бы кто написал тактику. Да, на мост лучше не заходить. Сова? Сова. Блин, вот бы разрешили туда в кэмп зайти. Что по этой карте тупо ходить вообще. Зато ты ее уже знаешь как родную. Да, есть такое. Не-не, братишка, я туда заходить не буду. Чё? Тут кто-то спит! Бежит? Детка. Деточка. Милочка. Боишься? Да вообще нет. Я знаю, типа, когда они появляются, что будет, а как бы, что тут бояться? Просто... Просто бесит, да? Просто бесит? Они не дают шанса даже пройти. Ну, понятно, типа, усложняют с каждым уровнем, но черт. Просто бесцельно гулять по лесу, это тупо, я считаю. Поэтому мне эта игра не особо-то и нравится. Угу. Ну да, надо найти какие-то вещи. Уже не надо. Суть в том, что мне это она тоже не нравится, мне страшно. Но был прикол в том, что как я пугаюсь, а я уже просто не пугаюсь, а злюсь и нервничаю, понимаешь? А я... О, диван. Посидим? Ой. О, это ты зря. Я уже даже подписчикам говорю, а обязательно, да, все игры до конца проходить? Типа, летсплейщики они так делают? Надо прям пройти? Я думаю, что не обязательно. Нет, конечно. Конечно, не обязательно. Какая-то игра тебе просто может не зайти. Ну да.
какую-то ты просто не можешь пройти. Этот ветер. Так, я буду сейчас тебе рассказывать, как от кого спастись. Я нашла инфу. Даже немножко вот так сделаю. Да тебя слышно. Первый — это Тим. Первый и самый простой враг. Может появиться в виде скримера, побежит перед игроком, прыгнуть с дерева. Ну, как раз наш первый мальчик. Так, музыка меняется, и так можно узнать, что он приближается. В этот момент не нужно бежать в панике, просто продолжайте идти. Когда музыка дойдет до своего пика... Зай, ты отвлекаешь меня. Как отвлекаешь? Ну, я не слышу. Ладно, давай самых сложных построим. Ты мне скажи, как от Вика спастись, и все. Тут нет Вика. Вик — это название игры. Тут есть Тим, Том, Лилиан, Калиб, Бенни. И все. Короче, это самый безопасный монстр в игре. Какой? Жирный вот этот, который бежит за нами. Да как же он безопасный-то? Безопасный в том плане, что он просто толстый спящий человек и просыпается только в том случае, если видит свет. При подходе к месту его спячки, то есть где он храпит, слышен храп. Вот. Поэтому, грубо говоря... Когда ты слышишь, например, что он за тобой бежит или храпит, можно просто, например, либо выключить свечку, либо выкинуть ее, если это возможно, конечно. Выключить. Не заходи. Смешно тебе, да? Офигеть, прикинь, чё? Быстрей. Крот, который роет землю, если ты встаешь на камне, походу он до тебя не может добраться. Но если он до тебя добирается, то тебе не миновать его атаки. Но ее можно как-то предотвратить. Слышь, а читать-то полезно? Ой. Так, у меня было половина. Думаю, что эту игру пройти можно. Все-таки, я думаю, это реально. Как потушить? Выкинь нахер. На Е. Храпит кто? Справа, сука. Ничего, блять, мост, не, я туда не пойду. Есть вариант взять свечку в домике и пережить какую-нибудь атаку какого-нибудь ложка. Тем самым немножечко. Нет, почему же так много? Ой, господи, я такого не видела. Или видела? Ты, наверное, Том.
Нет, там кладбище. Да? О, крот, крот, зай, беги нахер на камни. Найди камни и стой на них. Ну, не стой. Я думаю, что... Нет, там нет камней. Ты куда идешь? Слышно от крота? Нет. Вот и камни. Я слышу спящего, блин, этого толстячка. Если хорошо слышишь, то лучше выключить свет. Все, я уже от него ушел. Так, тебе по сути минут 8 играть, чтобы пройти. Что 10 минут ты поиграл, а всего 20 на один игровой час. Главное, не заходи в сложные какие-то штуки, из которых ты не выберешься. Вот этого фургона. Пошел нахер. Да, до хрена звуков. Еще эти FX задолбали. Не трать бегалку. Да, да. Я вечно об этом забываю. Нет, 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 не отвлекайся. Повернешься вперед, будет обязательно что-то страшное. Да, вот я сегодня у себя в игре тоже такое почувствовал. Блять. Ты рядом ко мне? Пошел нахуй. Ты прошел. Да, это вспотел финал. Немножко. Это финал. Почему-то было сказано, что нужно дожить. Поисковая группа обнаруживает пропавшего подростка. Субъект госпитализирован и страдает эмоциональной травмой. На группу подан иск по вовлечению в неоправданный риск и обман. Может, мы в кемп? Может... Не могу поверить, что ты позвала ментов, не дождавшись конца. Оставь в покое. Ты достаточно навредил. Я же говорил, что там что-то есть. Мне интересно, что же там произошло до прибытия копов? Я все думаю о тех глазах. В дрожь бросает. Мы тут о твоем друге же говорим. О твоем друге, который уже никогда не будет таким же из-за этого. Ну не надо было тебе приходить, никто тебя не заставлял. Не надо было мне тебя слушаться. Ты со своей дурацкой игрой. Тот-то и оно, это же просто игра. В общем, кто следующий? Еще скримак такой. Дело закрыто. Класс. Все. Сыр-бор какой-то. И сколько нервов из-за этого было потрачено? Смотри, мы с тобой оба закончили игру. Я свою сегодня закончила, а ты свою. Да, только ты на свою потратил 2 часа, чтобы ее пройти, а на мою потребовалось, ну, наверное, час, да? Сколько там вышло? Ну, твоя не сюжетная, просто у тебя такая мини-сюжет. Да, но самое удивительное, что, видишь, все-таки не до 6 утра надо дожить, а до 5 получается. Ну, поздравляю. Спасибо, зай. Да не за что, всем пока. До свидания. Вот такой у меня муж. Пришел, меня... увидел, победил. Да. Ой, ты чего, блядь? Пришел, увидел, поломал. Зай. Она хоть живая? Да. Все, уходи. Пока. Так. Ну что ж. Видите, как классно я прошла эту игру? Я не
ничего не боюсь. Мне все по плечу. На этом мы заканчиваем эту игру, и слава богу, она мне вот просто вот тварь. Я очень рада. Я прям даже, знаете, изжога прошла, понимаете? Ура! Так что спасибо, что смотрели этот выпуск. Надеюсь, что вам понравилось. Теперь мы продолжаем играть в другие игры. Можно освободиться от этого уика, выйти из этого леса. Так что всех люблю, целую, обнимаю, и всем пока!